Как долго вы уже ходите в студию? Я хожу 4 года, а он ходит 3 года. 5-6 лет. 5-6 лет ты сюда ходишь? Так долго? Сколько же тебе лет? 9. 9 лет с 4 лет ты ходишь? С какого возраста вы ходите в маленькую опель? Я с 8 лет. С 8 лет. Это сколько лет, значит, вы уже ходите? 14. И вы тоже? Я чуть-чуть меньше. Наверное, на год или типа того меньше. Больше нравится? Больше всего здесь чем нравится? Петь. А вы танцуете тоже? Да. А так бывает, что вы и поете, и танцуете сразу? Да. Вы делаете в маленькую оперу? Мы, конечно же, поем, иногда учим танцы, стихи, верно. И также у нас есть сольные партии, когда один человек имеет какую-то часть песни, или, может быть, даже всю, и исполняет ее. Я выучил больше стихов, чем песен. Да? Но это же так здорово. Все зима, а где же лето? Звери, птицы, жду ответа. Ласточка считает, очень скоро прилетает. Лето нужно торопиться, и оно летит, как птица. Прилетает? Фыркнул крот. Под землей оно ползет. А песни вы поете на каком языке? На разных, на английском, эстонском. Ой, и вы понимаете прямо, о чем вы поете? Ну, где-то да. Да? Ну, вы, наверное, переводите вначале, правда? Ну, да. И таким образом вы и учите. Исполняете песни? И на русском языке, на эстонском, на итальянском, на итальянском и на немецком. Выступать нравится? А ты волнуешься, когда ты выступаешь? Нет? Это как будто сцена, это твоя жизнь, да? Ну вот видишь, как здорово.
такое, что вы устаете? На занятиях, чуть-чуть, да? Чуть-чуть, может быть, чуть-чуть, но чтобы прям совсем иногда, но не всегда. Ведь смотрите, суббота, хочется, может быть, что-то поделать. А вам нет? Как праздник, да? Как в театр сходить, да? Ну хорошо, спасибо. Что для тебя ходить в студию маленькой оперы? Вот что для тебя это? Радость. Радость. А еще что? Круто. Это круто, да? Классно очень. Да? А у тебя? Классно, да? Вот. Для меня маленькая опера – это душа. Для меня маленькая опера – это гармония. Для меня это дружба. Для меня маленькая опера – это семья. Маленькая опера – это моя душа и моя любовь.